Предпочтение OG, но я не удивлюсь, если секреты выиграют. Вот так вот. Как бы это будет на них очень похоже. Что у нас там? Опа. Тут у нас размен произошел. Сначала Ябзора убили, потом Себа. Ага, но ФБ не было, ребят. А OG, короче, ну вот команда, на которую я поставил, она киллов вообще 0 сделает. То есть счет 9-0, там или что, 8-1, может быть. У нас сейчас Себа заберут. Минус 7. Ну, тут, смотри, 4 героя вокруг него. Я вот не знаю, смогут для него зафокусить сейчас. Ну, пошел Питов Мелис, окей, Драгон Слейв, тут ветра в него, все что можно. Фаершторм нажимается, даже РП приходит на Тейл. Но Верчей Джем пытается его захилить. Пупей в итоге просто умирает. Топсон. Ну и Матумба еще пришел, но Тейл что, просто уйдет, что ли? Ну и такое тоже может быть. Попея у нас тут спанули, Попея, больно. Попея сейчас заберут, минус Попея, 4-3. Ну все, Топсы начинают нас давить. Тут еще и стаки нашли, ну не так много стаков, но все равно стаки. Все равно стаки, 232 гигабайта на компе. Так, Мидван умрет. Да, Мидван убивают. Пришел Топсон, можно, ну там сейчас на Тео улетит отсюда, ребят. Будет ли все Топсон забирать? Будет. А, нет, оставил, смотри. Там у нас Бэд, он прожимается. Погоня за Заем, Заем наказали 5-4. 4000 преимущества у Джим. Там Ниша. Ниша с Топсом у нас воюют, пацаны. В итоге РПшка от Ниши. Скивер под вышечку туда его. В итоге Топсона цепляет, больно Топсону. Ну, под тир 2-то получится убить или нет? Все-таки его спиной Топсона. Ну, бьют его, замедляют. Добивает, наконец-таки, получается. Но он перед смертью купился Кримсонов. Денежку потратился. Релокейт. А тут телепорт сбивает террорайсом у нас. Ну и заберут, конечно, Ебзор. Минус Ебзор. 6-5, 7 тысяч. И растет преимущество, растет. Так, Матумба, поймали Матумбу. Под Соваром пытается его забрать. Клейпает у нас всем своим кентавром. Подходит сюда Ниша, в итоге Мидван. ГДС начинает работать, получает РП, чтобы спастись. Матумба улетит ли отсюда, не знаю. Матумба вроде улетает. Ну а вот Нишу, скорее всего, здесь ждет смерть. Там я обзор на это нашел, но Тейла. Ну и Нишу заберут. Потом работает. Ну и работает Мидван, по нему подглядает сам еще, конечно же. Так, тут у нас на Матумбу пытается запилить. Матумба отступает, стан получает. Топсон неприятно, Кримсон нажимает Топсон пока что. И что? Пока что Топсон осторожен, же быть, но я Еги, вспомним, есть. Вот, Алибард на Энчантрес подходит, но Тейлс что, под Оверчейджем. Ну, Топсона увезли подальше, а Егис ему выбьют сейчас. Ладно, минус Аегис. Засчитано. Опять же, Файршторм, конечно, дефейт качественно крипов. Здесь террорайз пока отменяется. Но Топсон должен вроде выйти отсюда. Застрять в кустах, разворачивать. А, в кустах, подожди, не застрет, он ничего. ГДС Бидвана, вышку хотят забрать, да. Настроено уже серьезно на это. Милично барак падает. Там опять увезли Топсона. Прожимается Хаунт. Татос. Топсон глубоко. Время кучу он выигрывает пока что. Походу Мидван дает стан. Лагуна Топсона пробивает. Наконец-таки. Но он просто, его была задача. Самое главное здесь выиграть время. Для Мидвана, для всех остальных. Питов Мэрис телепорт убивает Сакси. Кстати, Сакси поймали. Но сторону уже забрали у нас, да. Минус сторона. Милично барак пал. Все видели, как они играют. Так, РПшка. РПшка отменяется, кстати, РП. Там Мидван пришел, ребят, ГТС, 2 секунды. Здравствуйте, Мидван, террорайз, стан. Нужно Нише бить пытаться, забрать его. Ниша, РП прокликал. В итоге Скьюер пытается улететь на телепорте. Сакс красный прячется у нас пока что в другое измерение. Ну. Зато Ниша ушел, на минус РП с другой стороны. Так. Скьюер, хорошо. Топсон увозит. Ревокейт за спину. Сейчас Мидван прилетит сюда вместе с Нотейлом. Здравствуйте. Врывается на Матумбу. ГДС-ка работает. БКБ есть. Раз, тычка, два, тычка. Матумба. Больно. Матумба в таверну. Минус Матумба. Дарк-рифт. Ну, еще Дарк-рифт у него какого уровня? Второго. То есть там 4 секунды. У него 5 секунд. 5 секунд до репортации. Долго. Купит. Будет интересно понаблюдать. Опять же, Сильвером не пахнет здесь. Так, там Рор, в кого? В Пупе. О, пришел Топсон, пришел Брист у нас. Ой, сбивает за телепортик Даркриф, успеет ли он нажать, не знаю. Нет, не успеет. Не успеет. Так, Топсон цепанули, Топсон.
Топс, он вроде бы живой у нас. Здесь закрывает и пытается пробить нишу. Ниша террорайз кастуется. В итоге Хаунд забирает нишу. Минус 2 делает у нас OG хорошие. А убили на Тейва, но Тейва неприятно. Но команда остальная вроде живая. Но под сейва не будет. Медлан в это время занимается у нас пушем Миличного барака. Миличного барака он не смог снести. Разворачивается на Матумбу. Матумба не хотелось бы, конечно, умереть. Ну, то его покупается, возвращается. Ну, что-то странное уже сделали, нужно было возвращаться, наверное, сразу. Бежать, драться. Но OG этого не сделали. Так, ну что? Спанули Себа и забрали. Минус Себ. Так, ну. Ой, это Матумбу убили на Ру, блин. Там Матумбу убили вместе с Пупея. Минус 2 делает OG. Топсона пытается увести. Топсона увезли и убили, кстати. Рейндж барак у нас OG сейчас снесли. Выкупается Пупея обратно в игру. Матумба без байбека. Так, Пупея у нас увидели. Пупей пытается уйти. Стан словили. У нас тут сейчас OG без Топсона драться спокойно можно. Да, Пупея забирают. Ага, а вот у уже сильвер как раз таки есть, кстати, ребят. Хаут, Матумба, пошла контратака. Нужно на Тейла бить. Нужно бить на Тейла. Медван разворачивается, ГДС еще нету. БКБ будет через только 7 секунд. Ну, добейте, ну Тейла, почему нету Виспана бьет, пацаны? Виспан нужно бить. Добейте его Виспан. Ну вот вроде разорвали, пацаны, связь. Ну красный ниша умирает, Медван до конца дерется. Опять тизер и опять в Испании бьют у нас никто. В итоге Медван стан, он выживает. Это GG. А, да, секреты сдаются, у нас 1-0 за командой OG. Виспа просто никто не бил, и все. Забили на него болт, но в итоге Медван не позволил умереть. 1-0 за OG, пацаны. А тебя скажу пик за секретов. Я дам голос свой за секретов, если что. Так, я бы поставил вард. Не знаю, увидели ли это OG или нет. Вроде пингуется, да, у нас все пытаются Ебзора напинать здесь. Глейвы работают под лианами. Ебзору больно. И ферстблад для Нотейла. Вот так вот OG открывают эту карту. 1-0 за OG. Сюда ниша, чтобы руну баунс поднять. В итоге поднимаются OG все. Нажимаются от саксы батарейки лианы. А Пупея же можно будет сейчас забрать. Пупея поднимает баунти руну. В итоге нужно с Пупеем пытаться идти. Но сакс тоже красный. В итоге Пупея выживает. Разворачивается. Он вкачался блондинг лайт. Никаких иллюминейтов у него нету. Пытается Нутейл нашпинговать. Ниша хороший блок. Нутейл разворачивается. Это должен быть минус Нутейл. Там подходит сюда еще и взор. И оставляет у нас кью для Матумбы. По баунчу-то получилось. Смотрим. На топе будет самый интересный движ. Сейчас Саксу начинает зажимать. Саксу забирают. Минус Сакса. Нападение на Нутейла пошло. Нутейла подставляются. Нутейл у нас. И бим будет через секунду. В итоге Ябзор делает даблкил. Хотя, возможно, стоило Матумбы кил оставить. Там выходит Ябзор. Топсона есть фласк. Прилетает ловушка. Шарды сбивает фласку. Еще и сноубол под ловушку. Туда урна вешается. Топсон будет до конца драться, потому что можно постараться разменяться. Под вышкой будет, в итоге Ебзор забирает, делает киллингспри. Ебзор приходит у нас мидван, даже мид на помощь, урна. Но там курса висит. И догорает. Догорает у нас все-таки. Нужно пробовать. Только, наверное, на Пупея лучше нападать. Хотя более вкусный цель Матумба. Пупея выталкивает Саксу и отсюда. В итоге Пупея у нас догорит. Минус Пупея. С Матумбой что? С Матумбой. Ну, до конца вроде бы пытается идти у нас OG. Давит Матумбу до конца. В итоге Матумба стики прожимает. Но прям под вышку, ничего не боясь, OG зашли и наказали двух героев. У нас прекрасная перетяжка. А там тем временем в миду у нас Топсона забирает Ебзор все-таки с нишей. Вот она, ответка команды Team Secret. Так, Зай, коррозив хейс, извиняюсь, на себя вешает. Там мид на импульс, врывается ниша сюда, прожимаются корни, бимчики полетели. В итоге ниша пока живет. Там что, там гипношор, крути, красиво. Секреты сейчас врывают сюда, и мид полетел, больно OG. Но вроде бы впитывают. Меки не хватает очень сильно здесь себа забирают. В итоге покатились Нутелла, минус 2 отдела, подходит Топсон. Ворот спанч словил, там хукшот от Сакса был не самый удачный. В итоге сейчас будет минус 4 от команды Team Secret, по идее. Топсон пытается последний сюда уйти, но его видят. Шарды, проход перекрывает, ловушка, минус Топсон, минус 4. 12-6. Ну что, OG подтягивается на бот, OG. Там Ябзор пытается уйти. Ябзора блинка нету. Начинает его здесь сейчас душить, но может постараться время немножко выиграть. А, он телепорт нажимает. Ну там или файс, что имеется у Энигмы, все в порядке. Ну, сноубол, время выигрывает. Бралас панч, ну, конечно, тут мы понимаем, что это будет смерть. Кио Мидвану оставляют, и это красиво. 13-7.
Так, врыв, 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 врыв. Итоги корни ставятся у нас. И пытаются у нас выпилить. Выпилить, блэк-хоу, хорошо, по нише, по язору попадает, минус 2. Да. Это с одной стороны, грустно. С другой стороны, ну, показывает общество сейчас насквозь. Врывается в нишу, поймали нишу, ворвал спанч, хороший по Топсону. Топсон без БКБ драться трудновато, ему ставится гвардин на... Ой, да что ж такое, гипношар ставится у нас. В итоге неприятно, но Тео, у меня Омник просто, похоже, в душе сидит там внутри, где-то хукшот полетел хороший. Ставится Коги, забирает Ябзора, минус Ябзор, минус Зай, минус 2 делают у нас OG. В итоге на тоненького вроде за месяц пока что выигрывают, но там поставляется Мидван, Глимери, Мидван разворачивается. Дуги забирает Матубу, минус Мидван. Топсон до конца гейминг, минус Топсон. Топсона вырезает, пошли на Себа. Себа поймали, Себ шарды получил. Ловушка по Себу, Себ неприятно. В итоге Варлас Панч, минус Себ. Себа забрали, ну и должны будет, по идее, у нас сейчас убить Саксу, минус Сакса. Смотрим итоги. OG в это время у нас нажимает смоки и пошли искать свою вкусненькую цель. Например, кто? Вот он, Ябзор, хукшот, здоровый Ябзор. Коги не нажимается пока что. В итоге там поймали Зай, у нас пытается Топсона больно, пацаны, Топсона больно. Топсон ГДС пытается отжираться, но он чего сделать? Подожди, можешь, вроде бы Топсон дерется, отжирается Топсон, что происходит? Бонтин Куайт, вместе по нему работает, минус Топсон, Топсон разбирает. Но Матумба красный, там у нас убили также Нутейла, минус Нутейл. Сакс, Матумба бьет, урна, минус Матумба. Больно Ябзор, гипно Шар все-таки забирают Ябзора. В итоге Себ сделать ничего не может. Пока не может поставить Blue Hole, но понимаешь, сейчас кончится гипношар, и нужно отступать уже секретом, там бы Blue Hole сейчас был. Почти, глобал нажимается. Зачем, где, почему, что происходит? Топсон БКБ нажимает нападение, пошел на Ябзора. Ябзор сноубол, кликает шарды на разворот, секи укатывается. Ябзор, погоня за ним сейчас будет, БКБ потратил свой Топсон, это очень важный момент. В итоге Себ, мидна импульс по стилю, пытается пробить, блэк-хоу под БКБ можно дать. Неплохо, нишу фокусит. Матумба, Эклипс у него имеется, но пока никого не забрали у нас OG, кроме одного Ябзора. Эклипс полетел, разрывают нишу на части. В итоге Матумба больно. Не все, минус Матумба, Матумбу забирает, пошли на Себа. Себ питывает за погоня за зайчиком. Топсон, что по стану будет через секунду стан. Топсон очень ранее БКБ выдал, но в итоге получилось все это сделать, все по красоте. И в итоге минус 4 от команды OG. Минус 4. Ух, ну плотно, плотно. А если Blue Hole сейчас тут крутой? А если Blue Hole дать? Так, ну что, драка начинается. В итоге все Blue Hole двух героев. Неплохо. Минус Зай. Зая забирает. Но знаете, за неудачную игру против кого же... против кого-то OG, короче, играли. Там была, ну, супер неудачная игра от Себа на Энигме. Хукшот слышу. Где? В кого? Ага. Понял. Здесь Сакс дал в Зая хукшот. Врывается Себ. Мидна импульс по стилю. Мелифай сдал. Зая там допилит. Погоня за Матумбой от Топсона. Топсон бежит. Ставится гипношар хороший. Но что будет с Матумбой? Матумба вешается на него лотос. Топсон больно. Топсон БКБ нажимает. Выживает. Себ. Ну что, ждем от Себа врыв. Прожимается глобал. Но Себ пока не может прыгнуть, потому что все стали широко очень. Ниша запрятался. Увидели его. Опять лотос дается стан. В итоге нишу контроль. Это стрел степ на уграунд. Отступает он. Блондинг Лайт. Все подальше отталкивают. Там поймали Ябзора. Ябзора цепляет Себ. Малифайс у него еще в КД 3 секунды. Эйдолончики есть, мидна импульс тоже будет через несколько секунд, он леса все здесь абсолютно срежет, в итоге срезает, мидна импульс дал он в лотос, но он по Ябзору все равно работает, в итоге, минус есть, 26-23, потно, очень потно, Сева, ребят, немножко остается, то есть два бухала может быть, понимаем, да, весь прикол. Тут что, врывается на Себа. Себ, грифсы нужно прожимать. БКБ нажал Себ, в итоге хукшот. А БКБ блэк-хоу жмет. Он блэк-хоу, все-таки забирает нишу, потому что ниша делает очень много в этой игре. В итоге Нутейла забирает, размен в один. Байбек, видимо, ниша, если что, имеется. Стан там в лотос полетели, в итоге нападает на Себа. Себ больно, минус Себ должен быть. Себа забирает, остальные по тапкам. Мидван, телепорт не сбили. Топсом пытается ударить, у него БКБ есть, если что. Топсон пока бы не жмет пока что. Глоба прожимается, разворачивается Топсон. Один на мужика ГДС. Топсон рискует сейчас очень сильно. Он без поддержки абсолютно. Зая заберет ли он Эклипс? И в итоге Зая не забирает. Ошибка от Топсона. Минус Топсон забирает его. 26-27. Какая же равная игра здесь. Безумно просто. Безумие какое творится у нас в этой игре. Так. Так, там у нас что? Себ без блухола.
И без рефрешера еще, не нафармил он его. Тут у нас под хиксом находится Зай, Зай рассыпается, Мидван, вот это кусочки отрываются. Себ до БХ остается 23 секунды, здесь Ебзора поймали, Ебзора увидели и Ебзора наказали. Минус 2, Тауджин, все, Саленсер, видите, как он больно бьет? Божечки ты мой, там что у нас там? Нотел, Нотел, Нотел живет. Так, хукшот промазали, Ниша, хорошая реакция у него, прекрасная. Ставится гип на шар, Топсон туда форстафует, на БГВ пытается его развести. Хех поймал Ниша, Ниша, куски отваливаются, страшнейший минус Ниша. Блэкхол по Ебзору одному, ничего страшного. Есть рефрешер, если что. Помним, Ебзор до сих пор еще и не умер. Сноубол, Ебзор выживает, прожимается у нас Эклипс. Топсон больно, Топсон умирает, Сеп, он нажал рефрешер, но умер. Топсон забирает также Топсон, что? Минус будет сейчас Сакса, Сакса, Сакса. Бим в него, забирает его, Мидван также подставляется, минус 4 от команды Team Secret, да неужели? И нарожек пошли. И нарожка. Подожди, не туда нажал. Вот сюда. А есть же глиф, почему не нажимается? Себлый хол. В двух героев, в двух коров. Прекрасно. Просто Ниша после ББК же был. Минус Ниша, сыру не нажал. Минус Аеги Суматумбу. Прекрасно. Себ дал. Топсон ГДС. Раз, два, три. Сейчас будет по Матумбе отрабатывать. Матумба. Манту телепорт пытается нажать, но там корни. Там корни от Нотейла, которые не позволяют улететь. В итоге Себ выдал сейчас свой импакт наконец-таки. 30-33, 4000 преимущества остается у секретов, но сторону забрали. Рефрешер есть, то есть 8 секунд, если что, да, и можно дать будет его. Там у нас что, забрали, сейчас убили, убил Зай, но Тейла, и за это поплатил сразу же. Там у нас Мидван, 78 стаков, фантастика просто какая-то, Мидван, ставится гипношар, начинает давать по Ебзору, Ебзор больно, форстафается отсюда подальше, Себлый Хол в двух опять, Себище, просто фантастика играть Себа на этой карте, минус Ебзор, это можно в трон же будет даже сейчас идти, по идее, но Бэкдор работает, Бэкдор выкупается, выкупается Нотейл, в итоге Себу теперь ДБХ 2 минуты по факту. Там хукшот, слышу, куда? Куда? Поймали Попея после байбека. В итоге он под хиксом находится. И его заберут, по идее. Нападает на Мидвана. Мидвана пытается Зай расконтролить сейчас. Мидвана сейвит. Зай БКБ кончится через секунду. Топсон за ним пошел до конца, что ли? Да нет, нужно дальше нести сторону пока что. Ну хотя больно, слушайте, OG 9 секунд до Матумы, кстати. Что OG? Что решат? Отойти решат OG, да. Так, Топсон. Топсон поднимается. Дабл дэмэдж. Хукшот, слышу, куда, на кого? Тут пытается Зай отрезать, не получается. Байбеков у секрета просто ноль. Элементарный зиро. Топсом поднимается, вырывается Матумба. Матумба нельзя умирает, все прыгает, пугает просто своим присутствием. Матумба снимает себе корни, нормально. Топсон дерется, врывается на Нишу. Ниша больно, под хиксом там еще такие головы отрывает. Куски страшные, Саленсер, посмотри, что с Матумба происходит. Матумба пытается хилиться, нет, не выхиливается. Матумба минус Ниша, минус Матумба, минус Пупей, минус Ябзор будет сейчас. В итоге там Зая как-то развлекать пытается всех. Все Блэкхол у него будет, скоро будет готов. Но насрать на Блэкхол на этот. Тут Зая подрезали, минус Зай. 2-0 по идее. 90 стаков у интеллекта у Мидвана после этой карты за 42 минуты. Фантастика. 41-31. 72 убийства команды сделали. Ужас просто. Ужас, а не игра. И 2-0 за командой OG.